Не было там ни спецназа, ГРУ или как там говорят. Не было. Были обычные мужики. Мужики, которые шли в бой. Просто шли за ними. Ни один спецназ бы не пошел. Шли со всех уголков России, со всех уголков Донецкой области, Украины. Шли самые лучшие. Я вообще благодарен Богу, я увидел настоящих людей. А там, где ближе к смерти, там больше люди. Там проявляются лучшие качества человека. Там не важны ни деньги. Там, когда живешь каждый день как последний, знаешь, что, возможно, завтра тебе придется предстать перед судом, там другие ценности.